Сберечь нервы и не подхватить коронавирус. Чтобы не стоять в очереди в офисах РИЦ, оплачивать коммунальные услуги лучше дистанционно. Напоминаем, сервис «Личный кабинет» доступен для ульяновцев. С его помощью можно снять показания со счетчиков и получить выписки по счетам. Приложение можно установить на любом смартфоне. На компьютере это сделать еще проще. Нужен только номер счета и данные подразделения. Молодое поколение может легко разобраться в современных технологиях, а вот у пожилых людей зачастую возникают сложности в обращении с гаджетами. Бабушкам и дедушкам готовы помочь в офисе «Мои документы». В каждом отделении МФЦ готовы научить всех желающих пользоваться онлайн-сервисом. В каждом многофункциональном центре существует портал госуслуг, да, пункты коллективного доступа, скажем так. Через эти пункты коллективного доступа наши заявители могут воспользоваться компьютером, да, и с помощью наших цифровых консультантов осуществить свои, скажем так, платежи через личный кабинет. Платить можно и через электронные сервисы банков. Пенсионер Владислав Александрович уже больше года оплачивает услуги через онлайн-приложение. Ранее в его семье делали это по старинке. Много квитанций, очереди и несколько часов потраченного времени. Но все изменилось во время очередного визита в МФЦ. Ребята меня научили, как этим делом пользоваться. И теперь я совершенно свободно вхожу, значит, в компьютере в Сбербанк онлайн и через него оплачиваю коммунальные услуги. Раньше у меня этим делом занималась жена, она все время ходила там в РИЦ. Это занимало примерно половину дня. Так, ну, часа 3-4, так она точно там убивала. Чтобы не забывать вовремя оплачивать начисления, в онлайн-приложениях можно подключить автоплатеж. Также при получении государственных услуг в МФЦ жители могут прямо в окне произвести безналичную оплату за электро- и газоснабжение. Виктория Черкова, Владимир Куликов, новости Улправды ТВ.